Он к графу Рейдеру. Чего хочет этот прус? Это вождь Бартов. Он говорит, что готов выдать нам Монте. И просит за это сохранить жизнь ему и его близким. И не отбирать принадлежащие ему земли. Хорошо. Мы забудем о твоих заблуждениях. Я предаю вам Мантоса. Откуда мне знать, не предадите ли вы меня? Подайте флажки с моим родовым гербом. Если ты их поставишь на своих землях, мои воины не тронут твоих владений. Но все остальное мы предадим огню. Угощайся, викинг. Угощайся. И все-таки хотел бы я знать. Почему ты предал Монте? Нам вдвоем в Пруссии слишком тесно. Я ненавижу его. Он меня унизил. Он поставил на мое место моего раба. Мой род более знатный. Это я должен был править Пруссией. Налейте вина новому великому вождю пруссов. Если я буду великим вождем Пруссии, я буду пить не вино, а вашу кровь. Где Монте? На добром коне к вечеру доскачешь. Надеюсь, чтобы взять его, нам хватит нашего войска. Нет. Геркус Мантос один стоит вас всех.